Всем привет, ребята! Сегодня мы играем в игру «Башня Ада». Это очень страшная башня. Здесь везде чудовища. Страшные, пристрашные. Ладно, тут вместо страшных чудовищ что? Страшные уровни. Но чем же они так страшны? Потому что на каждом уровне сидит по чудовищу, ребят. Нет, потому что каждый уровень страшен. Чем? Потому что чем же он так страшен? Потому что ты с него упадешь, и тут нет чекпоинта. Какие крики. Мое ухо левое, бедное мое ухо. Максим, это любимое мое ухо. Да. Хотя правое тоже такое же любимое. Короче, не кричи так сильно, я тебя прошу. Короче, ага. Ребята, я так поняла, что это башня. Пока Максим играет, я вам расскажу, что это за игра. Я так поняла, что эта башня очень страшная. Я расскажу по-своему, можно? Можно пофантазировать? Пофантазируй. Что на каждом, как раз интересно, что на каждом из этих уровней сидит по мерзкому чудовищу. И вот ты идешь такой, все хорошо, ля-ля-ля, бе-бе-бе, понимаешь, тра-ля-ля. И потом вылезает это чудовище. Из-за угла? Откуда-то выползает из-под дощечки, из-под столбика светящегося, например. То особенно они любят сидеть в этих вот столбиках светящихся. Да? Ага. Вот, вылезает чудище, начинает строить тебе рожи страшные. И ты, естественно, этого пугаешься и просто падаешь. Да, Максим, такая игра? Да, а потом, когда ты падаешь, ты разбиваешься на мелкие кусочки. Это очень страшная игра, ребята, это жуть какая-то. Так. Зачем нас им учить? Мы сейчас будем ждать чудовище. Вот сейчас будет чудовище малинового цвета, или что это за цвет? Малина? Или это... Но это не фиолетовый. Сейчас мы ждем чудовище малинового. Да что ж такое? Кто-то 10 минут добавил. Спасибо тебе. Спасибо тебе, добрый ты человек. Так, теперь давай лайфхаки. Здесь какой лайфхак? Не упасть, Максим, да? Да. Вот, Максим вам делает, говорит вам такой годный лайфхак. На этом уровне, вот солнечном, вот этом, главное не свалиться вниз. Вот и все, ребята. Да. Все очень просто. И это помогло. Отлично. Так. На этом уровне нужно просто прыгать и ходить. Просто ходить. И прыгать? Зачем прыгать? А? Вот тут вот ты прыгаешь. Если ты будешь просто вот так вот ходить, ты упадешь. А, значит, и все. Здесь, значит, здесь-то какой лайфхак? Прыгаем и ходим, ребят. И не падаем вниз. И все, ребяточки. И это у всех получится. Вот, если следовать... таким секретиком, да, который никто не знает. Вообще никто. Вообще никто даже не догадается, что именно так надо пройти этот уровень. А это что, как мы это пройдем? Значит так, ребята, здесь в чем секрет? Здесь тоже прыгаем, как зайчики, да? Если мы будем прыгать как лисички, то, может быть, ничего не получится. Может быть. А вот зайчики здесь очень даже хорошо пропрыгивают, например. Или как белочка, например. Да? То есть Максим у нас здесь такой белочкой прикидывается, и у него все получается. А вот этот лимонный уровень, значит, нужно... То же самое, как и тот фиолетовый. Прыгаем. Мы должны что, перепрыгнуть через вот эту вот... полосочку и не развалиться на кусочки. Вот, да? И все, ребятки, это... Ну, Максим, почему ты не пользуешься собственными лайфхаками? Ребята, я надеюсь, вы понимаете, что мы шутим, да? Как? Ага. Ну, мы шутим от начала до конца, это все шутки были, вы понимаете, нет? То есть мы, естественно, вы понимаете, как нужно проходить эти уровни, куда не наступать, где прыгать. Но нубиком, может быть, это ребята, поможет. Ребята, просто шутим. Всё, мама, мы смеемся, мама, мы не думаем, мама, что вы девочка, такие глупые, мама, это вы не понимаете. Да. Мама, девочка прошла, сама добавила время. Она добрая девочка, да? Не злая. Как? Почему? Она сначала добавила время, но когда прошла, она ускорила его. Какая злая девочка. Да. Как хочется посмотреть, как выглядит эта девочка. Но чтобы мы узнали, как она выглядит, мы должны дойти до верха, понимаешь, и пройти вот этого лимончика. Тихо, спокойно. Я могу ходить, поэтому... Мы должны пройти лимончика. Вот, идем лимон. Кислый лимон. Ты очень любишь лимоны, Максим. Да. Это прям твой цвет, Максим. И падать с него, ну, глупо просто, правда? А это цвет детской неожиданности. Знаешь, что это такое? Не знаешь, а я расскажу. Что? Что цвет детской неожиданности? Вот этот цвет, детская неожиданность, это когда детки еще в памперс ходят. Вот. О,
то они делают свои делишки там. Вот это называется детская нежность. Кто догадался, что это такое, напишите в комментариях. Ну, как-нибудь только, чтобы это было прилично звучало, ребятки. Что ж такое за детская неожиданность? Слушай, а вот этот свет, я даже не знаю, как его назвать. Он какой-то светло-кирпичный или бежево-коричнево-персиковый. Непонятно вообще какой. Вот, но здесь что нужно? Здесь нужно, ну, просто не падать и все. То есть все очень просто. Ребята, игра очень простая. Но смотря какой уровень. Она просто... Я шучу, конечно. Она просто называется страшно, а так вот... Ну, просто легкотня. Прыгаешь себе и прыгаешь. Да? Да. Вот. Просто прыгаешь и прыгаешь. Нет, ну как ты мог вообще? Ну это же... Давай в Тавров ХЛРБ покажу тебе. Ну как? А вот так.